Как дел? Нормально все? Как? Серега, привет. Здорово. Мы сегодня сразу снимаем на видео, да? Салам Желаю. Салай, болельщик номер один. Да, мы когда были? Тебе телевизор видим постоянно. Это пока начало, да, по-моему? Только-только уже начинают пацаны там. Вот, пацаны уже начинают разогреваться, пока ждут шашлык. Пока что, почем, по полтинничку, по соточке там. Отдых, это футбол, это отдых реально, да, Серега? Естественно. Че, как дел? Можно посмотреть твои наколки? Вот, что ты делал вообще? А че, все? Блин, у тебя их дофига, да? Все не рассмотришь. На голове покажи, хотя бы, Серега, на то, что на голове. Голова уже заросла. Заросла? Ладно, короче. Всему Талдуку огромный привет. Всем родным, знакомым. Кто меня знает, кого я знаю. Всем привет. От души. От души. Душевно в душу. Ага. От души. Наверное, потому что все это мои чувства. Одновременно радость. И почему-то грустно. Да. Как дело? Это Микки Брада, о котором я писал, ассаламу алейкум. Увидите себя в сети. Про нас много не пишут. Да ладно, хочу, наоборот, про вас надо много писать. Здрасте. Что-то тебе давно не видно было. Да, у меня сын родился там. Я уже там, спасибо. Поздравляем. Года два и уже, я уже повзрослел просто, наверное, так. Молодец. Но мы всегда будем болеть за Зицу, и просто, если мы сейчас говорим о том, чтобы поддерживать наш клуб, конечно, мы будем любыми путями будем его поддерживать. У тебя не было, ты поддержка неплохая была. Ну а когда вот ты был, еще сильнее. Ну тогда да, было интересно. Не только я был, там много ребят было у нас. Ну давай, возвращайся. Хорошо. Давай. Воспитывай сына. Хорошо. Ага. Не забывай Ашкарагай. Окей. Ой, Ашкарагай, это я никогда не забуду. Это отдельная история будет про него. Класс на джиги. Без 20, по-моему, 3. Шкарагай. Кафе Жицу. Летник для тех, кто это знает место. Сейчас через минут 45 или 50 здесь будет толпа. Ну пока тихо. Класс на джиги. Как дела? Классно. Короче, мы взяли пусть команки. Че, Уська Манка сейчас за футбол, да? Давай. Устал, в общем, на стадике. Пока. Вот он, как у нас отмечен, сектор 6. Вот такой огромный просто таблицы. От души! Почему мне стало не хватать тебя, я думал это... Здрасте. Нам 2 билета, пожалуйста, на футбол, на матч Зицу. Спасибо. Ваши пожелания городу Талдыкурган? Только победы в нашей команде. Хорошо. А как вас зовут? Меня Маржан зовут. Хорошо. Сколько надо полицейских, чтобы они охраняли выход футболистов? Хочу лишь тебя я одну, ну почему? Наверное, потому что все это мои чувства. Одновременно радостно. Эй, блин, ай-яй-яй-яй. Если заржали тут эмоции. Вот эти футбол интересны, эмоции. Мы пока снимали самолет, там уже штанга, нас атакуют, мы улетаем на самолете. Наверное, потому что все это мои чувства, одновременно радость, и почему-то грустно. Опять,
наша поддержка, без них мы никуда. А в группу почему вы должны пройти отбор именно у нас? Довергана, красава. Обучение проводится бесплатно. Идем в магаз, сейчас уже вот начинается пока толпа, пока мы вышли первыми. Здесь уже толпа. Все, сейчас здесь будет вообще. Что, жестко дует? Да, жестко. Астана слетает. Астана передает привет нам, наверное, сюда. Так у нас выглядит запасной стадион, запасное поле. На эти трибуны вообще редко кто садится, потому что здесь жарко. Я здесь, наверное, не был, наверное, года полтора точно. Ну вот все-таки, раз никто не садится, никто уже не ухаживает, да, получается грязно все очень. От души! Здесь, в общем, такая ситуация, ощущение, что судья судит реально в нашу пользу. Тут какие-то непонятки, чимкенцы вот возникают. Ну, как бы чимкенцы, те ребята, которые играют за клуб Вордабасы. Вот. Проигрываем 0-1. На равных 1-1. Поэтому не зря они долго спорили, наши забили. И когда забивают гол, включается вот такой вот проигрыш. Давай ждем 0-0 пока. Давай менять табло быстрее. От души!